Австрия ввела временный контроль въезда на границах. В Вене утверждают, что вводит режим проверок на ключевых пограничных КПП из-за встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке. Австрия в ночь на понедельник, 9 июля, ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Как передает агентство ДПА, это, в частности, коснулось участка автобана между германским Кифферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южной Тироль и федеральной землей Австрии Тироль. Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем. По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек. Введенный режим будет действовать до 13 июля. Официально Вена объясняет его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке. Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти. Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов, указывают в полиции. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта newsgro.com.